На Свердловском проспекте самосвал врезался в легковушку. Грузовик выехал на запрещающий сигнал светофора со встречной полосы. Видимо, попытался затормозить, но не успел и въехал в легковушку. По инерции машина проехала еще несколько метров. А в Миассе водитель Тойоты в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости вылетел навстречу. Врезался в Мерседес, который по инерции проехал несколько метров и столкнулся с Шевроле.